Для юных спортсменов большое событие. В Кацгурском районе открылся современный спорткомплекс. Удивляет сегодня и глава региона. Умерзак Шукеев в спорте не новичок. Он показывает ребятам мастер-класс по подтягиванию, дает урок по тяжелой атлетике. О! Ну, у меня бар. Молодец. Да, для себя. В спортивном зале могут заниматься ребята разного возраста. Здесь спортивные дорожки, ринг для бокса. А главное, каждый желающий может ходить в секции бесплатно. Нурик Тузелов в этом году пойдет во второй класс. Мальчик регулярно тренируется, мечтает стать доктором. Говорит, спорт необходим тем, кто всегда находится на передовой. Берет на себя ответственность за жизни и здоровье людей. Выполняем разные упражнения. Мне нравится. Когда вырасту, хочу быть врачом. Здесь я занимаюсь борьбой. Желающие заниматься спортом могут обратиться в спорткомплекс или Акимат Кацгурского района.